рядом с этим мостом покидаем русло реки Фонтанки, чтобы продолжить свой путь уже по Крюкову каналу. Вы видите сейчас слева Крюкова канала, к которому стремится наш теплоход, территория, которая еще в 18 веке была названа Коломной. Об этом районе писали многие писатели. Проходим под смежным мостом, перекинуться на Крюкову канал. И вот слева от нас территория Коломны. Характеристику Коломны дал, конечно же, Николай Васильевич Гоголь в своей повести «Портрет». Он писал так: вы знаете ту часть города, о которой называется Коломна? Она не похожа ни на одну другую часть Петербурга. Это не провинция и не столица. Здесь все, что...